Приемы Оксаны Пушкиной всегда проходят очень эмоционально. Так бывает, когда посетители полностью доверяют своему собеседнику. Вопросы звучат разные, и личные, и, что называется, общественные. В каждом из них депутату приходится быстро и тщательно разбираться. Чаще речь все-таки идет о реальном нарушении прав граждан. Но порой можно говорить и о правовой неграмотности самих обратившихся. Мы ничего не умеем, мы даже написать не умеем депутату Госдумы. Письмо грамотно, и это плохо. Вы были свидетелями. Половина времени уходит на то, чтобы вообще докопаться до сути. Хорошо, это моя профессия, да? Я журналист, я привыкла слышать истории и вытаскивать из этого всю сердцевину, что называется. Но, в принципе, можно с ума сойти, потому что мы не можем и не умеем выражать свои мысли. Конечно, на прием к депутату Государственной Думы лучше идти подготовившись, прихватив с собой хотя бы минимум документов, подтверждающих собственную правоту. Такая возможность представляется не каждый день, и нужно использовать ее по максимуму. Например, вот так. До этого я ходила, просила, чтобы мне дали расшифровку сметы. Вот, сюда. Официально писала вот это. Нет, я уже написала в сельское поселение Барвиха, чтобы мне дали, ну, как-нибудь попонятнее, что где будет, в каких местах, какое время будет проходить ремонт. Вот, и что будет делать там? Шпаклевка, покраска, ну, как более доступно. Они говорят, что они все это выполнили. Конечно. А как мы проверим, как мы поймем? Мы хотим сделать там партийный контроль. То есть нам нужно привлечь человека, строителя, не строителя, чтобы мы выехали туда, сфотографировали, посмотрели и сказали, вот да, соответствует или не соответствует. Главное для Оксаны Пушкиной – достижение конкретного результата. Любое обращение необходимо довести до логического завершения. Вопрос либо решается в пользу посетителя, либо конфликтная ситуация сама собой исчерпывается в ходе разбирательства. Я очень надеюсь, что все, кто ко мне пришли и в эту неделю, и в частности сегодня, ну как бы ответ получит такой, на который они рассчитывают. Если нет, значит где-то ищем, произошел сбой в системе документов, которые мне принесли, описание ситуации и так далее. По мнению депутата, самым острым на сегодня остается вопрос обманутых дольщиков. Оксана Пушкина особо подчеркнула, что ее приемы в Одинцовском районе проходят каждую последнюю неделю месяца. Либо в местном отделении партии «Единая Россия», либо в волейбольном центре города. Петр Горохов, Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».